Почему это не получилось? Ну, в том числе потому, что сам тоже Пригожин, он, видимо, осознал в переговорах, что дальнейшие его действия приведут не к смене власти внутри системы, не к ее перераспределению, а к падению всей системы, частью которой он является. Уверен, что если бы Вагнер прорвался через ОКО, то уже ему бы никто не сопротивлялся. А мобилизацию упорно по политическим причинам пытались не проводить. В результате начался набор суррогатов, будем прямо так говорить, национальных каких-то батальонов, региональных каких-то батальонов. Расплодилась целая куча ЧВК с сомнительной боеспособностью или просто бизонной. Он привлек к себе симпатии значительной части плохо образованных и очень наивных патриотов, которые почему-то думают, что рано или поздно из системы выделится некий светлый рыцарь, который там каким-то образом сохранился, что готовы поверить, что уголовник-рецидивист, бандит, наемник и кровавый палач, в общем-то, если так говорить, мясник, уничтоживший десятки тысяч русских людей в местных штурмах, может вдруг стать спасителем России с патриотических позиций.